Насекомые. Ну, материала много. Инсекта. Класс. Значит, два клипа по насекомым вообще. В первом клипе устройство, во втором поведение. Ну и дальше по отрядам характеристика, это еще на полтора месяца, видимо, затянется. Из общего числа видов животных, которые землю населяют, насекомые 70%. То есть многообразие насекомых очень большое. Их описали около миллиона видов, предположительно от 2 миллионов до 8 где-то вот так вот их. То есть, скорее всего, большая часть видов насекомых даже не описана, потому что они маленькие. И их вот совсем недавно почвенно всяких описали в огромных количествах. Скорее всего, во всяких вот средах, которые мы плохо знаем, их там еще больше. То есть какая-нибудь, не знаю, там почва Африки, она же плохо описана, а там, наверное, почвенных всяких этих жуков тоже до хрена просто. Но основное их многообразие все-таки в тропиках. Как я уже ранее неоднократно говорил, по членистоногим у них проблемы с поверхностью тела, поэтому больше всего их, и самые они большие и многочисленные, в местах, где влажно, тепло и темно. Вот эти три вещи нужны насекомому для комфортной жизни. Но это не значит, что они только там, так как они населяют что угодно. Допустим, они населяют Гималаи до 5000 метров определенно, безводные пустыни, там, где вообще нет дождя, там имеется жук-чернотелка, который приспособился воду получать при окислении пищи. То есть там вообще дождей нет, но воду он получает, хотя у насекомых очень плохо с поверхностью, у них вода испаряется очень больше, чем у нас. Хотя вот жук приспособился, что-то ест, и из того, что ест, делает воду себе. В пещерах есть, за полярным кругом, на Антарктике есть они. В общем, везде есть. Насекомые летают. Вот пауки, они летают пассивно на паутинках, как я рассказывал. Насекомые летают активно, куда хотят. Есть во всех слоях атмосферы, то есть в высоких слоях атмосферы тоже есть возможные мушки. Возникли насекомые определенно на суше из многоножек, как уже ранее описывал, однако они уже вторично, некоторые насекомые с суши перешли в воду. Они имеются и в морских, и в пресных водоемах, причем в пресных водоемах они стали именно дышать кислородом, который там растворен в воде, то есть научились снова получать кислород из воды. Хотя у них ранее там были жабры, когда они были еще в море, это все атрофировалось давно. Но они перешли уже к подводному образу жизни и новые приспособления к получению кислорода из воды выработали, о чем я тоже буду подробно говорить. Есть довольно много насекомых, которые живут на поверхности воды, допустим, клопы-водомерки. Есть такие морские водомерки, тоже специальная такая ниша, то есть и не водная, и не суша, но таких тоже много. Произошли от наземных многоножек, как я уже говорил. Размеры у них очень сильно варьируют. Крупные – это тропические. Наиболее крупные – это тропические бабочки 26 сантиметров и крупные жуки. Вот жуки могут 26-30 сантиметров длину иметь в тропиках. Кроме того, имеются очень маленькие насекомые, допустим, 0,25 мм есть мелкие жуки, то есть мельче, чем простейшие. Есть крупные простейшие, они больше этого жука. Простейшие – это одна клетка, а у жука очень много клеток и сложное строение. Ну вот у них размах где-то в 1000 раз, от самых больших к самым маленьким. И это еще вымерли самые-самые большие, потому что в каменноугольный период были метровые стрекозы, потому что там было влажно. Значит, строение. Принципиально все насекомые делятся на голову, грудь, брюшко. Вот принципиальная схема, из чего они обычно состоят. Ну, такие полноценные это тараканы. Таракан одно из древнейших насекомых, вымирать не собирается, и даже из квартиры его хрен вытравишь. Вот таракан это считается такое по умолчанию, да, и жуки. Это, короче, ну, полный набор функций. Остальные там все сокращенные функции, приспособленные. Понятно, что у бабочки крылья, у нее будет тело приспособлено уже к полету. Ну вот принципиальная схема как бы насекомого. 6 сегментов в голове. Но сегменты у головы не видны у взрослого насекомого, у зародыша только видны. 3 сегмента у насекомых обязательно. И от каждого грудного сегмента, грудные сегменты, 3
От каждого грудного сегмента отходит пара ног, поэтому они шестиногие однозначно, то есть шесть ног – это насекомые. Хотя не обязательно шестиногое членистоногое насекомое, я вот в предыдущем клипе описывал шестиногих членистоногих, которые не насекомые. В грудном отделе, естественно, двигательная мускулатура, потому что там ноги. И, наконец, брюшко принципиально – это 12 сегментов, которые, впрочем, у взрослых тоже сливаются. Хорошо сегменты видны у зародыша у них. Наружные покровы уже принципиально описывал тоже ранее, когда трахейно-дышащих, потому что такие наружные покровы у всех трахейно-дышащих и у многоножек тоже. Они принципиально состоят из трех слоев – эндокутикула, внутренний слой, потом экзокутикула – твердый слой, и эпикутикула – это слой, который позволяет не смачиваться, чтобы вода не испарялась с поверхности. Эпикутикула не у всех. Эпикутикула не пропускает воду, вот это самая верхняя эпикутикула. Поэтому, если насекомое живет в какой-то влажной почве или в воде, у него нет эпикутикулы, потому что тогда, наоборот, нужно воду впитывать из окружающей среды. Смысл эпикутикулы – не выпускать воду из пчелы, допустим. Утолченные всякие уплотненные участки, где вот много этой эпикутикулы, называются склериты, и голова считается склеротизирована, то есть на голове самые толстые участки этой кутикулы у нее. Ну, примерно как у нас череп тоже, самая крепкая такая кость, вот у них голова тоже самая укрепленная, больше всего щитов. Значит, ну вот принципиально голова таракана как устроена. Были когда-то сегменты, но слились. Никаких швов на самом деле уже сегментов не заметно, но принципиально было 6 зародышевых сегментов. Из первого образовались глаза, из второго усики, из третьего ничего не получилось, из четвертого, пятого, шестого верхней и нижней челюсти. Глаза у насекомых могут быть и фасеточные, и простые. Фасеточные глаза по бокам головы преобладают, и они у них самые хорошие, и в основном у тех, кому надо хорошо видеть, у них фасеточные глаза. О фасеточном зрении уже говорил, когда говорил о членистоногих, потому что у раков тоже фасетки. Значит, фасеточное зрение, во-первых, он видит точками мир, в виде совокупности точек, которые уже дальше мозг анализирует. И с этим у них большой мозг, который эту информацию анализирует. У стрекозы 28 тысяч фасеток. То есть она видит 28 точек. У бабочки порядка 17 тысяч, у мухи 4 тысячи фасеток. У муравьев и пчел у них специализация, которые самые у них тупые рабы, они имеют где-то 10 фасеток у муравьев. У самки муравья 200 фасеток, а вот у самца, которому нужно самку найти и определить, 400 фасеток. Если бы насекомые были разумными, если бы у нас влажность была выше, я думаю, что у них язык и философия, которая на базе языка, были бы совсем другие. То есть нам язык навязывает такое представление, что мир состоит из предметов, да, потом обозначает эти предметы, и на этом, как правило, уже философия и мифология настраивается. А вот у насекомых, то есть для нас очевидно, что мир состоит из предметов, хотя уже ранние философы критиковали, что это не так, потому что границы предметов произвольный язык определяет. А вот для пчелы, для нее очевидно, что мир состоит из точек, которые уже далее синтезируются в зависимости от практической задачи. То есть она не видит этих предметов, она видит много точек, исходя из которых, из анализа этих точек, она определяет, что ей делать. У нас язык есть, пчел, но он пока примитивный такой, там только конкретные понятия, допустим, куда лететь, да? А вот если бы они были разумные, они, конечно, разработали бы язык с абстрактными понятиями, но он выглядел бы скорее совсем по-другому, не так, как наш, потому что он бы описывал какие-то точки нафиг. Или направление полета и так далее. Вот не такой у них мир, в другом мире живут совсем. Но перейду к анализу головы. Значит, чем отличаются простые глаза от фасеток? Фасеточные покрыты одной роговицей. То есть может быть скопление простых глаз. Если у них нет общей роговицы, говорят, что простые глаза. Если одна роговица, то это фасетки. На голове, кроме этих самых глаз огромных, имеются усики, которые также называются антеннами. Усики могут быть очень разными у них, вот они формы различных усиков, и выполнять разные функции к тому же. То есть вот они могут быть нитевидные, они могут быть булавовидные с утолщениями на конце, они могут быть так вот пластинчатые, вот такие всякие совершенно разные. Ну и при
характеристики отдельных видов, я буду иногда рассказывать о каких-нибудь ненормальных совсем мусиках. Принципиально у них ротовой аппарат грызущий изначально был, допустим, у тараканов. Вот это изначальный, который у них был. И в полной степени у таракана это состоит из верхних челюстей мандибул, которые вот сверху ударяют, они также называются жвалы. Форма жвал зависит от пищи, которой насекомое питается. Дальше у них есть нижние челюсти максилы. Тоже они такие членистые, и вот у тех, кто грызут, у них развиты и нижние челюсти, и верхние. То есть вот они грызут, соединяя эти челюсти. Также у них есть нижняя губа, которая тоже участвует в жевании. Также может быть верхняя губа, и вот в составе грызущего аппарата. Вот. Ну вот таким образом мы видим у черного таракана все вот эти и верхняя губа, и нижняя губа, и многочисленные развитые челюсти. Поэтому сгрызть таракан может что угодно практически, кроме железа. Вот. Однако же многие насекомые вот такого не имеют. Они преобразовали этот же аппарат в колюще-сосущий, и они высасывают. Как мы знаем, это широко распространено у всяких летающих по типу комаров, бабочек. Комары пьют кровь, бабочки сосут нектар и так далее. Ну, в общем, про ротовой аппарат тоже далее подробнее будет. Грудь принципиально состоит из передней груди, средней груди и задней груди. Сегменты могут быть подвижны. Три сегмента груди всегда, они могут быть подвижны друг относительно друга. Конечности, вот они. Конечность состоит из множества отделов, до 5 членов, и к каждому, так сказать, отдельная мышца, это приводит к тому, что у них конечности, во-первых, очень подвижны, а во-вторых, они могут разные осуществлять, то есть не только там бегать на ней, могут еще там что-нибудь на этой ножкой вытворять. Ну, как правило, все равно это ходильные ноги называются, приспособлены это к бегу по твердой конечности, но они могут, допустим, бегать по воде многие. Они могут прыгать, я вот про это говорю, вот у них могут ноги модифицироваться, прыгательные ноги, потом у них могут быть роющие ноги, хватательные ноги, плавательные ноги и так далее. При переходе к неподвижному образу жизни ноги могут редуцироваться. Высшие насекомые приобрели крылья, ну и, кстати, как раз крылатые считаются самые умные, у них развитое зрение и сложная ориентация в пространстве, то есть если у того, который по земле бегает, ему там, так сказать, просто по земле надо ориентироваться, то крылатый ориентируется на все стороны света, вверх, вниз, справа, влево и так далее, и по земле тоже может бегать, поэтому оно самое сложное по поведению. Крылья у личинок нет, почему у крылатых обычно полное превращение, личинка отличается, и у личинки крылья закладываются как плоские выпячивания покровов на груди. Вероятно, какие-то самые первые, они вот имели просто выпячивание на груди, за счет которых, может быть, они планировали, а потом развились уже полноценные крылья у них. Крылья у них имеют жилки, и вот по системе жилок тоже различается сложность этого крылатого. Некоторые были сначала крылатыми, а потом их утратили, допустим, некоторые жуки также. То есть есть редукция крыльев. Потенциально оно было крылатое, а потом бескрылые формы получились, утратившие крылья. Но об этом тоже подробнее. Пытались их всех делить на крылатых и некрылатых. Не совсем получилось из-за того, что много промежуточных форм. Так что эту тему забили. Сейчас делят по-другому их на конкретные какие-то отряды. Так, ну и вот эту тему крыльев я, пожалуй, закрою, потому что ее надо при характеристике отдельных видов рассматривать. Как они там устроены, это уже отдельный вид. Скорость вибрации при полете у них разная. Допустим, махаон всего лишь где-то 5-9 взмахов крыла в секунду делает. Пчела 200 взмахов крыла в секунду, очень много махает. И есть комары по 1000 взмахов в секунду. Скорость полета у пчелы примерно 3 метра в секунду. Бабочка до 15 метров в секунду может развивать скорость полета, достаточно для нее быстрая, потому что она же маленькая. Насекомые способны сотни километров без посадки лететь, опираясь на запасы всяческого жира и так далее, которые у них тоже имеются. Так что вот с крыльями они очень хорошо приспособились.
На брюшке у них есть остатки конечности, то есть понятно, что если оно шестиногое, у него только на груди, но на брюшке могут быть остатки, они выполняют органы чувств, могут быть, могут немножко хватать, могут использоваться при половом акте для захвата спермы, допустим, у самок. То есть у насекомых практически все произошло из конечности. На самом деле челюсти это тоже видоизмененные конечности, и это по ним очевидно у насекомых. Органы чувств могут от конечности происходить. Но вот в качестве бегательных остались только 6. Кутикула покрыта волосками, которые, как правило, тоже органы чувств. У чешуйниц и особенно у бабочек крылья покрыты чешуйками. Чешуйки могут быть очень яркой окраски, и она устойчивая. Допустим, вот Карл Линней собрал коллекцию бабочек, до сих пор бабочки как живые, 200 лет прошло. Чешуйки, они вот сохранились. Многообразие расцветок. Ну, основные функции этих всех расцветок это, во-первых, покровительственная окраска, то есть чтобы насекомое было незаметным на фоне. Допустим, зеленая трава и на ней незаметный кузнечик. Также криптическая окраска это когда она вообще, так сказать, под цвет дерева делает сложную окраску, бабочка такая вся с разводами, под цвет, вот, допустим, коры, изображающий на кусок коры и так далее. В то же время может быть окраской предупреждающая, то есть наоборот яркая, привлекающая внимание, и она говорит о том, что вот это, допустим, красный какой-нибудь жук, что он выделяет ядовитые вещества, и обычно об этом знают, значит, насекомые. Ой, эти, блин, птицы, допустим, то есть хищники, которые едят насекомых, вот они знают, что вот такой красный жук, он опасен. И поэтому он и красный, и выделяется поэтому. В связи с наличием ядовитых, многие насекомые только их изображают. То есть у них распространена мимикрия. Ну, наиболее яркий пример это муха изображает из себя осу, то есть выглядит как оса, но она муха. То есть, соответственно, какие-нибудь птицы, млекопитающие, думают, что она может ужалить, но она не может. То есть мимикрия под всяких ядовитых, распространена под всяких жалящих очень часто. В результате как бы яда вырабатывать не надо, оно тебя уже не съедят все равно. Большое количество желез на поверхности тела, они выделяют различные запахи. С помощью запахов они находят друг друга, но хорошо известно, что по запаху находят самки самцов, и это уже у самых примитивных членистоногих имеется, но не только. У них же там команды всякие, вот муравьи по запаху друг друга находят и так далее. Все эти железы могут выделять и ядовитые вещества, всевозможные, или едкие защитные вещества, о чем тоже подробно будем. Теперь внутренности. Пищеварительная система довольно сложная. Принципиально состоит из передней, средней и задней кишки, но у них там всяческие сложные органы могут быть. Желудок из нескольких отделов, допустим. Зоб может быть, куда они накапливают какие-нибудь там эти, используют там для сложного пищеварения. Жидкой пищи, допустим, они когда питаются, у них развитый зоб. Множество ферментов вырабатывается различными отделами кишечника, потому что пища у них разная. Там некоторые, допустим, едят дерево, и у них должны быть ферменты, которые разлагают дерево. Некоторые там еще что-нибудь. Распространен симбиоз, то есть внутри них живут какие-нибудь простейшие, допустим, которые разлагают нужные им вещества, допустим, целлюлозу. А уже продуктами разложения пользуется само насекомое. То есть кишечная микрофлора, как у нас, у них тоже есть и довольно развитая. Азот фиксирующие бактерии могут быть, азот из воздуха могут усваивать, они с помощью бактерий, которые живут у них в кишечнике. Выделительные органы мальпигиевые сосуды, уже говорил, что их особенность, что они производят кристаллики, что позволяет с мочой не выделять много воды. Также они через эти мальпигиевые трубочки гоняют воду по нескольку раз, один и тот же небольшой объем воды гоняют и вот с помощью этого организуют выделение. Дыхательная система трахеи, они все трахейно дышащие. Также есть кожное дыхание у тех, кто живет во влажной среде. Трахейная система все тело пропитывает. Дыхалец, то есть выходов этих трахеи может быть разное количество, максимум 10 пар. То есть может быть на каждом сегменте по дырочке. 10 пар, это у нее 20 дырочек для дыхания. 2 на груди и 8 на брюхе, допустим. Ну, также может просто быть одна пара. Тем не менее, система дыхалец, она очень, так сказать, удобна. Если одна дырка для дыхания повредится, еще 9 осталось, там, или сколько там, 19
до 20 дырочек. Они могут, двигаясь специальным брюхом, управлять движением воздуха внутри себя по трахеям. То есть вот сжимая брюхо, они воздух гоняют внутри себя. Некоторые не имеют дыхалиц, кислород проникает через поверхность. Это те, которые как раз водные. Ну и многие водные, они поднимаются к поверхности, чтобы воздух захватить. В результате у них на поверхности их тела формируется, вот как бы называется, физическая жабра, удерживает воздух на поверхности тела и за счет него, так сказать, какое-то время существует. Но вот жабры у них, по всей видимости, в полной-то мере не развиваются. Я, по крайней мере, пока не знаю. Может быть, позже что-нибудь такое будет. То есть жабр-то, в общем-то, и нет. Оно полностью наземное. Кровь у них называется вообще-то гемолимфа. Но она, это самое, сплошь и рядом нормальная кровь. Она с этим... красная, в смысле, но не обязательно. Дело в том, что гемолимфа, она у них в основном переносит не кислород, так как кислород за счет трахеи распространяется, да, а гемолимфа переносит питательные вещества. Поэтому сердце у них есть, кровь для них важна, но кровь не переносит кислорода. Сердце обычно это трубчатый спинной сосуд, который просто сжимается, выталкивая все время кровь в мозг. Мозг у них большой, питание мозга у них тоже первоочередное. В этом плане они походят на нас. У них сильный череп, и там большой мозг. И есть сердце, которое со всего тела сгоняет питательные вещества в мозг, а дальше уже как получится. Что в первую очередь мозг обеспечивается. Но они отличаются от хордовых. У нас у хордовых есть тоже мозг головной, и дальше проходит основной стержень по спине. А у членистоногих основной стержень проходит по брюху. У всех насекомых есть мозг и брюшные вот эти ганглии. 10 грудных и брюшных ганглиев. Ну, ганглии это примерно вот узел, короче, вот в этом, в нервном этом потоке. Мозг большой. Обычно у них на три части он делится. Первая часть обрабатывает данные органов зрения, и она самая большая. Потому что у них вот сложные эти органы зрения, они много точек. И в основном вот они живут все-таки в зрительном мире, как и мы, кстати. В основном они обрабатывают сигналы от своих органов зрения. Второй мозг у них связан с усиками, обрабатывает усики. И, наконец, третий, и он как раз уже все сигналы генерирует, которые идут по всему организму. Есть у них тела внутри мозга, которые вот осуществляют ассоциации, анализ всяческой ситуации и так далее. Вот ситуацию они анализируют. То есть насекомый не является автоматом, как бы об этом ни болтали в популярных источниках. У него сложный анализ, который частично она потом автоматически обрабатывает по системе инстинктов, а частично нет, частично оно принимает решение. Мозг тем больше, чем более сложные. Ну и вот маленькая пчела, у нее практически, мы видим, вся голова – это мозг. Самые умные – это пчелы из насекомых, до них еще дойдем. Мозг у них очень большой по отношению к ее размерам тела. Ну вот она маленькая все-таки, поэтому у нее, конечно, язык примитивный, мышление конкретное, но мышление у нее есть, конечно. О чем я подробнее буду говорить, когда дойду до их поведения. Значит, мозг обрабатывает данные органов чувств. Первично у насекомых органы зрения, почти у всех, кроме тех, у кого глаза атрофировались. Насекомые видят лучше нас многие. Они различают цвета, и они видят в ультрафиолетовом спектре тоже многие. Они различают поляризованный свет и воспринимают плоскость поляризации. Как правило, насекомые лучше различают двигающиеся предметы, чем неподвижные. Доказано, что пчела запоминает вообще все вокруг улья. То есть, допустим, если улей поставить, а потом его сдвинуть, она его не может найти, потому что она запоминает именно все, что вокруг было. И таким образом находит. Объем памяти зрительной у пчел хороший, несмотря на то, что мозг маленький. Они могут на километры запоминать все, что там было, какое там было пространство, и рассказывать своим другим пчелам дорогу туда с помощью языка. В пчелы доказано, что они различают форму предметов и даже научили их различать геометрические фигуры. Но у них конкретное мышление. Они лучше различают предметы, которые сложные, то есть устроены как цветки, то есть они изрезанные как вот по краям там какой-нибудь неправильной формы, и тогда она лучше запоминает. А если там просто квадрат или треугольник, она запоминает плохо.
Потому что вот ей нужно много деталей, чтобы запомнить. А как бы квадрат, у квадрата мало деталей. Вот такая логика, что ли? Она очень быстро меняют все эти насекомые, которые летают, очень быстро соображают. Допустим, если они видят, что кто-то еще в воздухе летит, если он хищник, он начинает быстро бросаться, если он там не хищник, он быстро убегает и так далее. Стрекоза прямо на лету хватает в воздухе добычу, это надо до хрена соображать и видеть. И быстро реагировать. Значит, насекомые хорошо различают изменения температуры, особенно тараканы. Тараканы 1 градус изменения температуры различают. У них есть специальные участки на поверхности тела, вот, которые реагируют с тонкой кутикулой. Насекомые хорошо реагируют на изменения давления, особенно которые водные. Насекомые – это единственные беспозвоночные, которые имеют слух. Как правило, беспозвоночные ни хрена не слышат, а вот насекомые слышат. У них есть органы, напоминающие наше ухо из перепонок. И есть еще у них органы, волосики, которые тоже вот на ногах, там, допустим, колеблются от звуковых колебаний, и так они различают звуки. Вот хорошо известно, что насекомые поют песни многие, это потому что у них есть слух. Вот там сверчки, все такое, бабочки могут тоже звуки издавать. Вот это потому что они слышат друг друга реально. Также у них есть такие Джонстоновые органы, с помощью которых они определяют свою скорость при полете. Прям специальные органы чувств, которые определяют, с какой скоростью летит. Есть такие стридуляционные органы. Но это вот тоже в плане восприятия ими слуха. У насекомых развиты органы химического чувства. То есть они нюхают очень хорошо и чувствуют концентрацию, вот допустим, в какой-нибудь воде, концентрация сахара бабочкам в 2000 раз лучше различает сахар в воде, чем мы. То есть даже совсем маленькую концентрацию сахара, которую мы не улавливаем, она ощущает. Пчелы, показано, что у них запах в 40 раз лучше, чем у нас. То есть обоняние у пчел, восприятие запаха в 40 раз лучше нашего. Они детально различают, чем пахнет каждый цветок на больших расстояниях. Вот поэтому все-таки у них органы чувств лучше нашего, даже глаза у них лучше, чем у нас. Они глазами видят многие со всех сторон, и спереди, и сзади. Допустим, на 10 тысяч точек он анализирует все пространство вокруг себя, а мы не можем. Нам глаз сразу, между прочим, предметы фиксирует у нас. Значит, на усиках у них, как правило, развитые всякие органы восприятия именно химического, то есть органы обоняния, вкуса. На усиках у них органы восприятия влажности. Ну вот у нас Будда 6 каналов, да, выделил для человека, для насекомых каналов штук 12. То есть они, допустим, воспринимают температуру отдельно, температуру воспринимают, допустим, влажность отдельно, это для них отдельное чувство влажности. Или, допустим, чувство скорости при полете у них отдельное чувство от нашего. Они это, так сказать, не анализируют по каким-то показателям, а именно чувствуют как скорость. Они улавливают действие электричества почему-то. Магнитные, по магниту могут двигаться по компасу. Но предполагают, что это вот волоски у них такие, значит, на теле, которые определяют электричество даже и магнитное поле. Ну вот, значит, это устройство, и дальше следующий клип поведения.